самое. Не, ну вы, может быть, останавливаетесь. Че побежать-то? Чао-какао. Давайте, 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 девочки, давайте. Давайте, давайте, давайте. Вы курите. Ты что трогаешь меня? Ребят, сейчас же вы не просрочку же херачили. Платить-то будем или нет? Я вот не знаю, просрочка это или нет. Ну я тоже не знаю, я охранник. А здесь даты изготовления нет, понимаете? Они не поняли, что надо ставить дату изготовления. Почему дата изготовления? А, это самое. Упаковано. Упаковано, да? Да. И сколько она у нас хранится, эта упаковочка-то? Сегодняшняя упакована, да? А изготовлена, да. Дата, время изготовления написано. Я вижу только упаковано. Я не вижу дату и время изготовления. Клер, хотите, Клер? Изготовлено. Ирина. Они все убирают в срочном порядке. Глянь, какие как распухли у нас на этой. Да. Помрем, помрем. А помирать не собираетесь. Мы на одной просрочке живем. Это я с ними разговариваю. Лен, у них нет здесь на вот эти вот нашем бэджике, которые берут дата изготовления. Платить нет, не будут. Плавно уходит от нас. Платить не, не будут, ничего я платить. Она спрашивает, они платить будут? Он говорит, нет, не будут. Такая, так, хорошо. И что-то, и он отошел. Леша, надо покупать ей товар. Такая-то же свежая. А зачем вы берете бесплатно идите? У вас уже доверия нету. Я наелся, я больше не буду. Подходите, да, спасибо. Не, я больше не буду, правда. Можешь не убирать. Рома что-то еще забрал. Смотрите на нас все. Подписывайтесь, лайк ставьте. Они тухлятины торгуют, а травят. У них еще и птички летают. О. Без медвежки, между прочим. Вон птичка. У птичек нет медвежки. А должны быть, по кухне летают. Как не как с продуктами. Ой, что он там кричит-то? Мы сами не сварим сучпаки нервные. Ну вот другая. Ложки забрали, это забрали. Вы знаете, сколько у вас колбасы и сыр там? Вы же тоже убирать будете? Где? Ну где вас садил с сыром и колбасами? Там нарезки на десятки тысяч. Ну там, это, там уже жирный, это продавец колбасный, я тут везде. Ну мы же просто поели там рыбу, там форель была за 1500. Сказали, к вам претензий нет. Там, это, туда надо обращаться. Чего вы тут смотрите? Оба-на! Воробей! Смотрите, воробьи летают. Там две птички сидят. И потом они гадят в эту еду вам, и вы будете все это есть. Смотрите, там пусто. Они все убрали. Уже все знакомы. У меня уже пацанята ходят. Дядя Толя, здравствуйте. Деда Толя, здравствуйте. Я уже с вами. Вы сюда, пожалуйста, кидайте, не выкидывайте ничего. Потом так. Будете на заявление писать? Ну, будем за вас сюда положу. Ну, как в тот раз? Ну, типа да. Как в тот раз? Вызываем ГБР. Сейчас? Да. В прошлый раз полдвенадцатого шли последний. Да, вот полдвенадцатого. Будем вызывать все по процедуре. Здесь мы псы. Они все от нас попрятали. Ну, это я всего лишь охранник, вы как знаете. А ты знал, что в нашем телеграм-канале уже есть несколько видео совместного рейда с Комяком и Борисом Ивановым? Если хочешь увидеть отрывки из будущих роликов, то переходи по ссылке в описании под этим видео и будь в курсе всего нового. Как надолго? Да, это будет надолго. А мы уходить собрались? Да я знаю, офицер приходил, полиция. А кому претензии-то есть конкретно? Ну, то, что претензии брали с прилавка товар не просрочили. Ну, взяли, допустим, взяли. Ну, вот вы скушали его. Да, а кто конкретно? А кто конкретно? Лицо? Есть это, который за вами на камеру смотрит. Я за вами смотрю. Я всего лишь подчиненный, извините, да, пожалуйста. Знаете это, да. Я с вами уже разговаривал. Как собака. То есть пас, все. Что, ждем ГБР? Ну что, едет два варианта, или в другом магазине, или остаться. Что ты придумал, Серег, рассказывай. Чего, идем, пытаемся выйти. Давайте по несколько человек. Встанет с нами, будет говорить, типа, куда вы пошли, ГБР, идем. Кофе, может, три в одном. Ага, я помню. Решили оставить это, мы ее не кушали. Ребята, они все убрали. Все, что здесь было, они все убрали. Ой, а там булочки какие-то. Ой, они без маркировки еще. Эх, беда, беда. Ой, кто-то звонит. Эля. Алло. Мне позвонила Эля, там что-то случилось. На какой кассе? Ну что, погнали на выход. Все записывают. Ну, пожалуйста, подходите, становитесь. Я покурить хочу. Вы покурите потом.
Когда? Скажите, пожалуйста, я же доказываю. К сожалению, мы хотим курить сейчас. Ну, курево надо бросать. Вы Путина но не это, уважаете. Это не мне сказать. Конечно, Владимирович, нет. Он сказал, Россия, трезвый образ жизни так, и здоровой жизни. Же? Чтобы люди не полнели, здоровели. Так. Ну, вы там уже заканчиваете, нет? В кафе. В смысле заканчиваем? А девушка вообще. А какая вам разница? Ну, сейчас вам будет разница. Плачивать будете? Что? То, что вы съели. Кто я конкретно? Ела, вы. Я что-то ел? Да. Правда? Правда. Правда? Ну, хорошо, вы не ели, вы свободны, пусть девушки остаются. Правда, что ли? Кто слышите ел? Слышите меня. Я вы слышу. Понимаете. Я говорю, правда, что ли? Ну, хорошо, вы не ели. Вы меня не трогайте. Хорош. Возвращаемся да. Ли обратно или остаемся здесь? Нет. Молодцы, мы хотим выйти. Вы кто? Сотрудник службы безопасности. На каком основании вы нас задерживаете? На вы сотрудник полиции? Вы сотрудник полиции? Я вас вообще не вы сотрудник полиции? А девушки ели, вы да? Сотрудник полиции, я а спрашиваю. Будет, если вы вообще не с вами что разговаривать, вы что представляете? Девочки, давайте за руки. Давай, 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 давай. Погнали. Ой. Девушки, вы слышите? Давай. Меня сказали не задерживать. Нет, подожди. Меня сказали не задерживать. Подожди, подожди. Я просто объясню. Вы мне сказали. Я объясню. Мне сказали. О, опять она. Вы мне сказали. Я объясню. Мне сказали. Нас они выпускают. Давай, давай, давай. Говорят, что вы ели. Мужики, будем стоять или будем это самое? Не, ну вы, может быть, останавливаетесь. Че, побежать? Чао-какао. Давайте, 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 девочки, давайте. Давайте, давайте, давайте. Вы курите. Ну что, трогаешь меня? Оба-на! Иваныч, отойди оттуда! Алло. Вот это! Ты видел, а он на меня набросился! У вас вкусная еда, мы придем еще! Он меня набросился! Я видел, он чечки схватил! Почему я? Объясните! Один человек, смотрите, кто-то а вы только на девушек нападаете? На девушек уже нападаю, вот, извините! Пойдем с тобой хоть останемся! Со мной? А, да! Че, по ногам ходит? Извините, извините! Так. Пойдемте, Мадушка. Мы не задержим, мы просим, вас просим, просто. Ничего, что знаешь процедуру. Пройдем, пожалуйста. Поднимемся, спокойно снимаем, можешь его оставить. Все, можешь снимать. Мы не трогаем, спасибо, мы просто даже просим. Мы так знаем, ну, приезд ГБР, дальше ты что? Оплаченный товар, также неоплаченный товар, так же, как прошлая процедура. Вы точно так же с этими пирожными были кушали. Да. Придут, напишут и уедут. Вас тогда была целая... Как нас говорят. Больше сегодня. Но что вам будет, если вы нас не задержите? Просто-напросто, что вас не сдержим, а просто просим. Вы же не будете с нами. Вы нас больше просите, конечно. А вы говорите, вы нас просите, а сами по факту ставите руки и пытаетесь сделать так, чтобы скажи, мы не ушли. Так, я на тебя сейчас буду ломиться за остановление. А у меня прав сделаю? Нет. Ну, так у меня прав нету. Ну, у вас есть права, вы вот снимаете. Ну, это в целях моей безопасности я снимаю. Я вас снимаю. Нет, вы говорите, подождите, нет, просто ситуация сама, вы говорите, вы нас просите, мы вам говорим, нет, и все. Мы уже с вами встречались, молодой человек, знаете, что вас никто не обижает, я просто прошу вас одного задержаться. Давайте я женщине объясню. Поднимаемся на кассу оплачиваем. Как вам обращаться? Ну как ко мне не надо обращаться, сейчас перед полицией. Товарищ никак, вы понимаете, что на вашем товаре нет даты изготовления? А мне все равно, я не видела этого. Ну вот давайте поднимемся и будем вы помните, чем тот раз закончился? Вы меня слышите? Вы получили штраф. Будем разминаться. 20 тысяч. Еще раз получим. Когда повторно, это уже 30 будет. Ну и хорошо, пусть 90. Поднимаемся. У нас, вы поймите. Вы нас будете задерживать? Задержать я не могу. Я прошу вас. Вы нас хотите? Мы хотим вас остановить. Нуля разбирайтесь. А вы имеете право? Почему нет? А кто имеет а право? Кто имеет? Это что, у нас анархия? Можно приходить в магазин, есть что хотите, нет, у нас демократия. Нет, да. Ну хорошо. Поэтому ну, это а вы закон где соблюдаете? Это написано? Вы закон соблюдаете? А где это написано, что у нас бесплатно едят и все, и уходят не оплатить? Так мы же спрашивали, там претензии есть на кассе? Я хочу купить товар. Кто сказал? Что... У меня есть видео. Я... Нет, а почему вы не купили сразу? Вам же сказали дайте оплатить. Объясню. Дайте вам объяснить. Вы не стали оплачивать. Она вы мне не дает слово пошли. Сказать, Серега. Нет, почему мне она жаль? Мне не дает сказать слово. Был товар, рыба, фасованная. Мы положили ее на кассу, мы ее поели. Мы девушке говорим, это просрочка, и вы нам ее продадите? Нет, мы не продадим. Нам претензии есть, нам претензии нет. Я не нет. знаю, вот давайте поднимемся, у девушки спросим, почему она вам не продала товар? Потому что он просрочен. Ну, я не знаю, что вы на данный момент
на упаковке с пирожными, там еще что вы кушали, там число упаковки есть. Нет числа изготовления этого пирога. Да? Вы согласны, что дата изготовления? Дата изготовления нет. Вот в смысле этого точно так же я вас и прошу просто остановиться. Что? Не надо, это проходил. Я проходил, ты мне не надо это. Я проходил с пацанами полгода назад. 6,5 часов. Что не помнишь, когда дальше? Она не помнит, когда родилась. Не помнит. Мы не помним. Да, мы не помним свою дату рождения. Ну что, ну хоть один. За кого-то постоит, как говорят. Давайте, когда и пойдем наверх. Очки поменять. Вы такие храбрые там были. Давайте подымемся. Вы что боитесь? Я не понимаю. Кто сказал, что боится? Мы боимся вас. Мы изначально вышли вообще как бы перекурить. У меня рука вроде не дрожит. Могли. Слово «мочь» не значит, что вернуть. Ну, вот пойдем, кто из вас самый такой запомните, старший? Запомните, раз нет. Да. Тут два варианта, или мы все ходим, или все остаемся. Ну, пойдемте, посидите. Крикни, чтобы посидите. Ну, потом заведете в какую-нибудь комнату. Ни в какую комнату вас заводить не будут. Вон, капушки, посидите, и все. На студии. Ни в какую комнату. Давайте, там комната, туда не пойдем. Мы не хотим. Да? Ребят, вы хотите подняться? Нет. Ну, все хорошо. Понятно. Вы кушали бесплатно за 12.09. А кто конкретно? Года. Кто конкретно? Там по камерам. Ну, только не надо конкретно. Сейчас вот конкретно по датам через камеру. Камеры покажут конкретно, вот кто ел, ел, куда вы ходили, что грузили. Вы же знаете, кто там ел что-то, которое упаковано 12.09. Короче, тоже так же кушать. Короче, ребят, кто курит сейчас? Пошлите. Мы вернемся, вы не переживайте. Мы что, убегаем, что ли? А что, нет, что ли? Я ведь тоже в YouTube могу выложить, да? А мы не против. Я вас наснимала, замечательно. Да что со своей камерой-то? Так мы не против. С камерой-то что? А тут курить, по, место для курения. Мы что, убегаем куда-то? Мы что, убегаем? Что, чудовище? Иди кури. Я не курю. Да что, а что, пошли наверх тогда. Веду просрочку ешь. Так просрочка питается, да? Я ее люблю. Я вас заметила по вас, да, ты еще ничего, а вдруг... Ну, так у вас 5 лет просрочка. Вы, наверное, больше ее съели. Ну, вы же сами в этом магазине работаете, вам зарплату выдают просрочкой. Ты живая, видишь, живая же. Давайте не ругать, давайте со мной. Здравствуйте, магазин... Не знаю, пухлыми нас называют. Мы же не говорим про вашу женщину. Меня тоже старым называют, а я себя вроде 19-летним чувствую. А мне скажите, как к ней обращаться-то зовут? Да не надо. Ну им хотя бы. Да не надо. Зачем он вам? Артем. А вот вас я до сих пор не знаю, как зовут. Полнижнего Нового города знаю. Ее знают? Меня как зовут? Так вы же самый добрый охранник. Вы же положительный персонаж. 9 серий вышел. Вы же видели все? Да, не говори. И вы видели. Вот такие вот ходят девчонки и кричат. Дедушка Толя. Лайк-то поставили? Вы же сказали лайк поставить. Мы, смотрите, да. Вы еще хотите с полицией пообщаться? Да? Конечно. Вот, мы чисто вам сказали все. Спасибо. Не за нее, это. Не за нее. Давай, мы говори. Вот смотрите, мы выполнили за вас работу. Мы за это время проголодались. За то, что мы выполнили вы вашу работу. Вы проголодались, да. Это вы полтелеги сожрали. За то, что мы выполнили вашу работу. Мы все, что хотели. Мы вам, по-моему, даже не препятствовали. Вообще, еще бы вы нам попрепятствовали. Я вам вообще выступать по поводу голода. Вы о чем говорите? Сколько, полгода назад мы с вами встречались или больше? 11 марта. 11 марта. И вы о чем говорите? За это время вы желудок большой кушать. Я вас настроение узнала. Как раз перед днем рождения подняли. Да, ну конечно. Можете пересмотреть ролики. Ну конечно, прям кинулась. Я что, дур что ли? Я уже смотрю подбирать, кстати. А вы сотрудник никак не найдете, представьте себе. Ну это ж не от нас зависит, у нас нечастная лавочка. В общем, друзья, как вы видели, мы решили дождаться Стражей Галактики. И в следующей серии они приедут, и мы их проверим на знание Конституции. Нет, вы сказали, 51 статья. Я беру 51. Чего 51 статья? Конституция. Да. Огласите ее, чем есть 51 статья. Какие оценки мы им поставим за незнание законов, вы увидите уже в эту пятницу в 11 часов по Москве. Также, ребята, напишите под этим видео комментарий, а именно из какого вы города. Мы выберем комментарий и приедем к вам. Пишите, я из Перми, я из Ростова, и мы почистим ваш город от просрочки, а также встретимся с подписчиками для совместного рейда. Подписывайся на наш канал, обязательно поставь лайк под видео, тебе не трудно, нам приятно, и нажми колокольчик, чтобы смотреть ролик первым. Всем пока!